Здравствуйте, мои дорогие! Спасибо большое, что вы смотрите и будете со мной читать Слово из Писания. Мы продолжим книгу Иуды. От Иуды послание, там одна глава. Мы, по-моему, в прошлый раз остановились где-то на 10 стихе. Мы возьмем сейчас чуть-чуть пораньше и продолжим чтение и посмотрим, что Господь нас будет, чем Господь нас сегодня будет кормить Словом Божьим, как говорит, как написано, что питайтесь Словом Божьим, да? Возрастайте от Слова Божьего, как от молока, спасение возрастать. Давайте я опять возьму с 9 стиха. Может быть, давайте с 8 возьмем. Так точно будет с сими мечтателями, как Содом и Гоморра. Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Смотрите, как важно нам, как важно нам не быть этими такими мечтателями, которые были вышеуказаны, которые оскверняют плоть, то есть осквернение плоти — это есть все, что входит в плоть, все, что всякое нечистое. Я думаю, что сюда даже входит переедание. То есть переедание — это есть чревоугодие, да? Отвергают чревоугодие, мужеложество и всякие нечистые отношения, нечистоты, которые связаны с сексуальными грехами. Отвергают начальство. Смотрите, отвержение начальства, отвергают начальство. То есть они бунтуют, это бунтарщики, это все время чем-то недовольны, все время чем-то что-то, все время ругаются. Смотрите, злословят высокие власти, ругаются. То есть это ругательство, злословить, отвергает начальство. Это, конечно, к этому Господь никогда нас не надо от этого, если имеется от этого, надо обязательно это оставить. Смотрите, даже написано, Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. Видите, нам дана великая власть в имени Иисуса Христа. Вы знаете, мы можем запретить, не дать сатане творить его злодеяние в нашей жизни, это он пришел украсть, убить и погубить. Как мы можем противостоять? Написано, что подчинитесь Господу и противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. И вот тут говорится, как противостоять, смотрите, да запретит тебе Господь, да запретит тебе Иисус Христос. И нам это дано право тоже, верующие, написано, что будут изгонять моим именем демонов. Демоны – это ангелы сатаны, которые пришли исполнить его цель – убить, украсть и погубить. Цель сатаны, эти демоны – его служители. И нам Господь дал эту власть изгонять его именем. Смотрите, да запретит тебе сатана. Господь, да Господь, имя Господа, да запретит тебе. И мы изгоняем всяческих нечистых духов именем, великим именем самого Иисуса Христа, Спасителем и Сводителем и Избавителем. Дальше. «А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные? Знают, тем растлевают себе». Смотрите. Злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, чем растлевают себя? Входить в какие-то дебаты, какие-то умозаключения, какие-то философствования, какие-то все, что отвергает Иисуса Христа, все, что отвергает Иисуса, пришедшего во плоти, все, что отвергает Иисуса Христа, как Он, как нашего Господа и нашего Бога Господа, Господина нашей жизни. Смотрите, дальше что будет им? Горе им, потому что идут путем Каиновым. Какой путь был Каиновый? Он завидовал из зависти, знаете, он завидовал, да?
предаются обольщением мзды, написано, да? Как вала, предаются обольщением мзды, как Валаам. Идут путем Каина, это убийство, да, через зависть, убийство. Дальше предаются обольщением мзды, как Валаам. То есть люди, которые любят подарки, любят взятки, это и в упорстве погибают, как Корей. Смотрите, в упорстве погибают. Кто такие упорства погибают? Бунтари. Бунтуют против Божьего слова, против Божьего назначения, против Божьего истины, Божьей истины. Смотрите, как Корей. Кто такой Корей? Мы помним, что Корей, помните, он восстал против Моисея и сказал: мы не пойдем, кто ты такой вообще, что ты ходишь здесь, да, я уже своими словами говорю, что ты тут нами командуешь, кто тебя сюда поставил. И вот Корей, и его семейство, и все, кто восстал против Моисея, против помазанника Божьего, они все, более 2000 человек, это ужасная, огромная сумма людей, это огромное количество людей, извиняюсь, сказала сумма. И они все были, земля развезлась, они все упали, и земля как бы их похоронили, они были заживо похоронены в бездну земную. И смотрите, таковы, дальше слушаем, смотрите, характеристика. Таковы бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Я в своей жизни встречала очень много людей, которые говорили, что они христиане, что они верующие. И я видела в них вот это вот именно безводные облака. Там нету, вы знаете, правда, заповеди Иисуса Христа и правда, истина Иисуса Христа не живет. Они не понимают, зачем это сказал, почему. Понимаете, свирепые морские волны, да? Пенящиеся срамотами своими. Видите, какое сравнение? Звезды блуждающие, которым бледется мрак тьмы вовеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь с тьмами святых ангелов своих». Вы знаете, есть такая книга, называется «Книга Еноха», которая не вошла, это апокрифа, и она не вошла в Библию. То есть в синодальную книгу, вообще в книгу, в классическую Библию она не вошла. Но есть эти писания, да, и очень много писаний разных. Это не каноническая Библия, апокрифа, другими словами, называется. И вы знаете, очень интересно, я читала, там, конечно, очень много нашему разуму еще как-то очень много такой информации, когда разум наш как бы задает вопросы. То есть я задавала очень много вопросов, почему. Но я читала их для общего развития, для себя, чтобы понять, чтобы... Вы знаете, очень много в некоторых из книг в апокрифе привели меня ближе к Господу. Вы знаете, я почему-то, не знаю, какое-то более тесное соединение. Но, может быть, потому что я всегда, когда я читаю или когда смотрю, когда вижу, когда слышу, я всегда провожу это через Иисуса Христа, через Слово Божие, через того, как я знаю моего Отца, я знаю, что Он ненавидит, что Он любит. И вы знаете, что бы я ни читала, чтобы какая-то даже информация, понимаете, она всегда проводится через Иисусом Христом, Духом Святым. То есть Дух Святой мне говорит: это, вот в это не верь, вот в это, вот это послушай, теперь сделай выводы. Понимаете, Дух Святой, Он такой чудный учитель, Он учитель и Он утешитель. Понимаете, Он всегда учит с таким утешением или утешает с таким учительством, что это просто настолько прекрасное благословение Господь нам дал, Духа нашего внутри нас святого. Смотрите, тут написано: сотворит, сейчас, подождите, очки надену. О них вот идет, все идет Господь с тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники, на кого? На Иисуса Христа.
Понимаете, они будут, что они будут? Они будут, в них произведется нечестие, да, то потому что они нечестивые были, потому что с милым по милости его и с лукавым по лукавству его Господь сказал, мы знаем об этом, да? Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые, беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корости или для корысти. У меня было видео, как я, у меня, оно называется «Вышел волк из овечьей шкуры». Вот, вот так, типа таких людей, вы знаете. Но, смотрите, дальше говорит: «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время явятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевной, не имеющей духа». Вот от единства веры. Это что? Иисус Христос единый, Отец Он единый, Дух Святой Он единый, Иисус Христос, Отец, Бог, Дух Святой — это есть Бог, это все Бог, Иисус Христос есть Бог, Отец наш Бог, Дух Святой внутри нас живет, Бог сам внутри не живет, Иисусом Христом, Духом Святым внутри нас, Дух Святой и есть Бог, это самое-самое высшее Божие ипостась самого Бога, Дух Святой внутри нас. Это вот те, которые отделяют себя от этой веры, душевные, не имеющие духа. «А вы, возлюбленные, назидайте себе, себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Духом Святым молитесь, назидая себя на святейшей вере. Да? Вера, она святая, вера в Иисуса Христа, она уже святая. Когда мы молимся Духом Святым, да, мы назидаем себе. Какое чудное назидание, мы молимся Духом Святым. «Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Сохраняйте себя где? В любви Божией. Да? Как? Для чего? Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Мы ожидаем, ожидаем. И мы сохранили себя, мы храним себя в Божьей любви. Божья любовь нас покрыла. «К одним будьте милостивы с рассмотрением». То есть милость тоже должна, мы рассматривать должны. Мы не то, что там должны, знаете, увидели там, и милость у нас идет через край. Нет, мы должны рассматривать каждое дело. Понимаете? Вот у меня есть случай такой, что сейчас человек один просится бесплатно у нас пожить. Человек вообще в здравом теле, может работать. Почему он просит бесплатно пожить? Я не понимаю, почему он хочет... Понимаете, поэтому Господь сказал, ему не давай, потому что он может пойти найти работу. Работы много сейчас. И тем более на Аляске очень много работы, и хорошо платят. «К одним будьте милостивы, а другим, с другим милость должна быть с рассмотрением». То есть надо рассуждать, да? «А других вот спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью». Есть такой у меня случай тоже. «Могущему вас соблазнить». Смотрите, здесь молитва, все уже пошла молитва. «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славою свою непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, и сила и власть прежде всех веков, ныне и во веки, во все веки. Аминь». Вот это тоже, запомните, возьмите. Это молитва, это, знаете, вот декларировать, знаете, декларация называется, декларация независимости. Вот они сказали, вот так будет, да? И вот так пусть это будет декларация независимости от Господа Иисуса Христа в нашей жизни, да? Слава опять, спасибо вам большое, что вы со мной сегодня почитали Слово Божие. Там много еще, я не останавливаюсь на некоторых местах, я вечно прохожу, и опять, знаете, вот мы разжевываем все это. Но там много я просто прочитала, вы тоже можете писать мне. Ставьте лайки, если вам понравилось, потому что это поможет этому видео больше распространиться. Слава, аллилуйя, за все Господу. Будьте благословенны.